Всем добрый день суток. Мы приехали в Березки. Откопал калитку. Тихо. Тихо. Давайте. В очередь, в очередь. Открываем сезон березок. По нас держат. Вот здесь, конечно, чтобы калитка закрывалась, он носится, как угорелый. О, сейчас, секунда. Ну никак не хочет, а? Смотри. О, морды. Бегает поверху. Хорошо нас держит. Косточки какие доедаете, да? Что там такое? Белые березки стояли. А, елочку видно. Просили елочку. К ней подойти хорошо. Репейник. Большая такая уже стала. Так, что там надо? Сейчас ушла туда. Может, мыши в поддонах. Сейчас им доступно все перепрыгнуть. Очень. Белка, не вздумай даже. Белкуня. Ну-ка, ушла оттуда. Прыжок и все. Вот она, елочка. Кокулю кто-то отложил сразу. Крепкая такая стала. Чуть наклонилась. Большая уже становится. Так, ушли отсюда. Ушла отсюда. Сразу быстрее, знаете, как у лайк, сразу проверять свободные выходы. То есть дырки. В первую очередь у лайка это вот все вот эта вот проверка. Где что можно сквозануть, если что, запомнить. Они это запоминают. И вот. Видите, как все выросло. Все большое, хоть и обрезал, резал. Все равно резать надо. Обрезать еще надо. Ввысь пошли опять. Порежем. Сок пройдет, все пойдет. Хотя, с другой стороны, пусть растут, какая разница. Больше тени будет и будет отлично все. Сейчас они тут. Бел, пойди ко мне. Ты, как всегда, найдешь этот репейник. Он нам дорог всегда, березки. Что репейника много. Да, ты тут родилась. Вон уже верхолаз лазит поверху. Вот она, сетка моя. Ты как соболь, прям на крышу хочешь? Ну, крышу это не проломать. Гром. Перескочить. Как вот хочется перескочить. Ох, какой ты верхолаз, а. Громче. Сейчас все растает. Снега очень много. И поэтому им все доступно. Ушли оттуда, Злата! Злата ушла оттуда, Злата! Хоть репейник свой нахватало. Так их и тянет в эти. Мы будем очищать еще от репейника. Они привезут ко мне туда. И так я выкапывал два уже. Семена нести туда ко мне. Бегают, бегают. Убьем такую территорию где-нибудь. Каюру лапу поподнимать он. Злат, Злата, ко мне иди сюда. Что ты семена нахватала? Ты посмотри, что тут творится. Ты повезешь туда? В деревню все? Оно мне надо?
Ты не тронул там ничего, проверяет она свой причиндал. Ушли оттуда! Ко мне иди сюда! Ко мне сказал иди сюда! Гром, ко мне! Тоже весь в репейнике. Ко мне иди сюда! Падает сейчас. Гром! Гром! Следы, следы. Иди ко мне, Гром! Ко мне иди, сказал, сюда! Ко мне подойди сюда! Иди ко мне! Ко мне иди сюда! Ко мне иди сюда! Он и хватал. Сидеть! Чесать надо. Не любит, чтобы его трогали, что-то делали. Недотрога. Да. Вредный. Я тебе, во! Весь хвост испоганил. Куда пошел? Ну, кушал туда. Гром! Надо его... Вот сейчас это, выкопаю его. Старый. И на костер. Гром, уйди оттуда. Да что ж ты меня не слушаешь с первого раза? Какой вредный. Тянет их всегда, вечно. Там, где вот запрет. Нельзя, не разрешают. Вредные, противные. Ну, еще весна, крыша едет. Не только у собак. У людей тоже. Так что... Видите, башня не варит. Забивает на меня большой болт. С 15-го раза, надо сказать, то все ослушивается специально. Ну, тем более здесь давно не были. Надо все обнюхать, все посмотреть, все то, все. Вольера чуть реанимировать, если вдруг работа будет какая, чтобы они здесь жили. Поставить пару камер видеонаблюдения. Ну, вон, электричество-то есть там в вагончике. Поставить вход-выход. Мне надо лево-право. И все. Замок на входную. И все, и всего делов. Если вдруг что-то все изменится в жизни не в лучшую сторону, а все будет ухудшаться, то туда ко мне никто не наездится. Есть только Алик. Вот. Лучше пусть мои кормят. Я не хочу быть зависимым от чужих людей, с одной стороны. Вот, поэтому буду выходить как-то из положения. Может быть, даже перебираться в Можайск жить. В квартиру. Вот. Все может быть. Все может быть по-другому. Вот. Ух, красивый какой. Вот, так что... Нужно готовиться ко всему. Вот эти два новых вольера. И три вольера под одну крышу доделаю. Все, как я не доделаю. Дел полно всегда. Вот теперь начали гонять. Вот теперь они это и все начали. Будем входить в старые русла на выживание. Хотя мы идем с выживания с 19-го года на выживание. И чисто проживание, как говорится. Вот. Но будем пытаться выжить в это нелегкое время. И дальше. Ну и надо готовиться. Здесь будет все помобильнее. Собаки будут, конечно, жить не со мной, если что. Но зато все рядом. Тоже все равно. Ну и под присмотром. Лучше я затрачусь на камеры, под видеонаблюдение. Они будут здесь. Доступно для всех моих. Вот. Если вдруг я не приехал откуда-нибудь. И все. Это я сразу, видите, я заранее готовлю все пути. Уходите сюда! Ушла оттуда. Где белка? Белкуня! Что ж ты там лазишь-то все? Пытается она там. Пойди ко мне. Вот именно, что там репейник. Иди ко мне сюда. Все? Сняла? Да стой ты, господи. Вон оцепляла. Иди гуляй. Ушли оттуда! Да что ж вас там-то... Ушли отсюда! Так, сколько? Раз, два. Нервотрепы.
Иди гуляй. Куда ты идешь? Иди гуляй. Ну, гром на охрану встает. Все, он видит, люди ходят по дороге. Он бы здесь ему, бы он облаится здесь. Потому что люди ходят, машины ездят, собаки орут. Ну, будет, ну, на велосипеде поехал, он все на охране уже. Так что вот, кто хотел березки, вот она. Вот они, березки. Все тут хорошо, пока чистенько, аккуратненько. Вот. Земля прогулочная, так что им здесь разрешено все. Я только единственное, сейчас из-за репейника на них ворчу, а так, чтобы не везти ее семена эти туда. Вот. А так, как Бог подаст, так и будет. Молодцы все. Пусть бегают, носятся. Они недолго и захотят сейчас домой, по-любому. Отвыкли они уже от этого всего. Вот здесь начудить можно быстрее, чем у меня там. Все равно. Вогносится, жертву ищет. Все, всем всего хорошего. Вот такие вот березки. Елочку показал, все, миссию я выполнил. Вот такие дела. Так что всем всего хорошего. Небо чистое, голубое, солнышко светит. Увидимся на каналах. Всем пока-пока. Я буду дальше заниматься делами.